Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Поделку мне надо сделать на 9 мая. Вот, буду делать поделку «Родина-мать». Ну вот, сварил я. Сваркой корпус. Пускай остывает. Также делаю на поделку руку, держащую факел. Друзья, ну вот такая вот у меня получается родина мать. Конечно, меч я с гвоздя буду делать. Это пока так вот для антуража. Но я не скульптор. Но вот так вот у меня получается. Это еще не завершение. Это пока я вам показываю, как я делаю. Руку еще не начинал делать. Как-то так. Еще много будет поправляться, где там что-то мне не нравится. Но очертания уже есть. Обворачиваю руку в фольгу. Буду сейчас ее лепить. Да, надо еще сам факел сделать. Начал руку лепить. Вот так. Конечно, еще пальцы будут утолщаться. Еще просто так вот накинул пластилин. Это специальный пластилин. Поехал, еще купил. Вот он. Вот такой вот пластилин. Мягкий, скульптурный, белый. 500 грамм. 160 рублей. Был по 110, сейчас уже 160. И он красится, все. Так что рука еще будет доделываться. Ну и здесь еще с фигуркой посмотрю, что надо сделать. Меч буду другой делать. Вот. Все, закончил я родину мать. Руку еще надо доделывать низ. Он здесь вот. Ну все, друзья, закончил я лепку. Покрасил ее. Вот такая вот у меня получилась фигура. Красил я с баллончика. А насчет руки я еще не закончил. Времени не было. Может, кому-то интересно. Вот, пластилин. Мягкий, скульптурный, белый. 500 грамм. Вот с такого пластилина я лепил. 160 рублей. Ну вот, я сделал две поделки на 9 мая. Вот такая вот получилась
Родина мать и рука с факелом. Вот так. Сейчас я еще принесу две поделки, и вы посмотрите. Друзья, вот такая вот поделочка. Это почтальон принес письмо с Днем Победы. Также я все сам делал. Фигурки мне напечатали. Солдата этого я покупал на почте. Что-то там 160 рублей. И вот мне пришло в голову сделать вот такую вот. С Днем Победы. Ну и вот такая вот еще поделочка на 9 мая. Это пушка железная, СССРовская. И солдат тоже. Просто я все разукрасил. И вот такую вот поделку я сделал. Ну и здесь вот таких вот две поделочки. Это в садик еще и в школу. Ну вот такие вот поделки у меня получились, друзья.